В детском технопарке «Кванториум» завершился муниципальный чемпионат профессионального мастерства школьников «Юниор-профи». В нем приняли участие почти 50 команд. Это из самого «Кванториума» и 16 чебоксарских школ. В течение 3 дней ребята соревновались по 5 компетенциям – прототипирование, сетевое и системное администрирование, мультимедийная журналистика, мобильная робототехника и лабораторный химический анализ. Муниципальный чемпионат проходит 2-й раз, и каждый в 3 этапа. Поэтому среди участников немало ребят с большим опытом. Во всяком случае, они уже научились организовывать свою научную деятельность. Как говорит наш эксперт, нет, не должно быть такого, чтобы было вдохновение или не было вдохновения. Нужно всегда работать. Должно получаться вне зависимости от того, какое у тебя настроение. Потому что это как бы мы же развиваем наши профессиональные навыки. Победители муниципального этапа станут участниками регионального чемпионата Junior Skills, который пройдет в декабре и на котором отберут команды для всероссийских состязаний. Организаторы стараются заранее адаптировать ребят к национальному чемпионату. Мы проводим мониторинг среди школ города Чебоксары, где выявляем самые востребованные направления и добавляем именно эти компетенции. В этом году у нас лабораторный химический анализ и мобильная робототехника. В деловую программу муниципального чемпионата вошел семинар, на котором изучили основы компетенций по приему ультракоротких волн сигнала с метеоспутников. Эти знания ребята смогут применить в конкурсе школьных команд Роскосмоса.